Выставку назвали «Плод граната, цвет граната». Авторы картин – лучшие художники Узбекистана. Их имена обрели известность далеко за пределами страны, за плечами каждого. Престижные выставки в галереях Великобритании, Германии, Голландии, Франции, США, Китая и России. В экспозиции представлено порядка 50 работ 13 узбекских художников. Манера письма и пластика каждого из мастеров индивидуальна. Работы полны символизма, их отличают яркие цвета. Большинство картин сочетают в себе живопись Запада и Востока. Интересно и техника исполнения. Некоторые работы выполнены с использованием краски и тканей. Инициатива проведения выставки принадлежит сочинскому архитектору Ольге Солдатовой. Она давно влюблена в искусство Востока, много лет жила в Ташкенте и со многими художниками из Узбекистана знакома лично. Название выставки «Плод граната, цвет граната» выбрано не случайно. Плод присутствует на многих картинах, да и пурпурно-красный цвет можно встретить на большинстве полотен, в том числе на вышитых панно и вот на таких разрисованных тыквах. Триптих Исанова, который вот в трех словах представляет такую, ну, я считаю, что основную философию Вселенной. Рождение, расцвет и, к сожалению, исчезновение. И вот эта вот линия бытия, она у него представлена в виде граната. Согласно восточной философии, граната – это символ достатка и плодородия, а его цвет символизирует благополучие. Добавлю, что выставка уже успешно прошла в Краснодаре. В Сочи с работами узбекских мастеров можно познакомиться в художественном музее. Выставка будет работать в течение месяца.